Всем привет, друзья, всем добрый вечер. Сейчас я хочу показать американские варенички, какие они, когда сварим. Это уже я приехала, другая смена приехала, Мироська уже поехала домой, а мы с Марикой приехали. И вот я жарю здесь, ой, у меня здесь нету стойки. Бейкон, сало такое. И чтобы нам помазать варенички, нужно еще вот сковородку купить им хорошенькие в костка, а то эти старенькие такие. Немного в морозилке было сало, и оно как бы не растаяло еще. Так, водичка уже кипит. Сейчас я буду готовить. Вот смотрите, друзья, какие варенички. Это они за... Вот так. И будем бросать. Так, нужно огонь убавить здесь. Здесь газовая печка. Маленький сделаю. У меня электро, и вы знаете, уже забыла, как газовой пользоваться. Кто-то спрашивал, писал, друзья, спрашивал, сколько за такую квартиру. Это двухкомнатная. Так, может быть, это... Ну, можно еще. То... Я знаю, сколько за четырехкомнатную. Вроде бы $950. Но это в эту сумму входит... И газ, и вода, и электрика, все. Все, уже вода у меня закипает с варениками. Все, уже мои варенички кипят. Пускай немножко. Ну, конечно, когда мы лепим, то они такие пухлые, много картошки, да, а это так, ну, вкусненькие. Кто-то писал, полчаса и... Вареники готовые, домашние. Ну да, полчаса только будет картошка вариться на толченку. А когда некогда, то очень хорошо, потому что я сейчас, друзья, очень занята. Я езжу и туда, и сюда, то мне лучше вот так купить и все. Так, я думаю, уже буду отключать. Но еще пускай буду уже сейчас их вынимать. Все, варенички я уже достала. Сейчас еще вылью. Вот так. Перемешаем. Вот так. Вот это столько получилось нас и с одной той коробочки такой. 12 вареников. Вот таких. Ну, пускай немножко еще они остынут. И мы скажем вам, какие они на вкус. Вкусные или нет. Пока остывают варенички, вот такая кухня у нас, друзья, на апартментах. И хочу рассказать, еще нужно убраться здесь. Многие друзья спрашивают насчет, как у дедушки состояние. Сегодня я звонила ему, то раньше ему этот, как же ж будет по-русски, то ему уже вспомнила кислород, ему так в нос вставляли, прицепливала такую трубочку, и он дышал ей. То была такая большая доза, такая большая трубочка. А сегодня уже ему поменяли ее, уже такая маленькая, самая маленькая, знаете, вот так, как система, вот так она за уши и так сюда так в нос. И так кислород впускают, то это уже ему поставили такую. Когда домой выпишут, еще не знаем. Но идет на поправку, но медленно. Он все кушает, все нормально, очень хочет домой. Завтра будет уже 2 недели, как он в госпитале. Так что все будет хорошо. Спасибо, что вы все желаете добра, выздоровления все. Очень много спасибо вам. И очень приятно за такую поддержку, друзья. Всем очень благодарна, что все так переживают, спрашивают и желают добра.
Так что мы надеемся, что все будет хорошо, и его скоро выпишут домой. Мама, состояние у нее уже лучшее, уже вспоминает, уже мне нужно было... Что-то мне было, кастрюлька такая, чтобы достать вареники, как же это будет, друшлаг, то она уже знает, где оно в тумбочке лежит, потому что я не знаю, не нашла, а она мне нашла. Так что уже все хорошо. Помаленько, кто-то говорил, помаленько. Все будет прекрасно. Вот хочу, друзья, показать, какие они внутри. Смотрите, какая хорошенькая вот картошечка, мягкая, видите? Вот. Очень вкусные варенички, прям как домашние. Советую, друзья, это очень хорошо. Да, еще мама положила бейкон, чтобы показала. Да, очень вкусные. Когда наш дедушка выйдет из госпиталя, я ему покажу, потому что они не знали, что в магазине есть такие вареники. Я ему сварю их, покажу, где в магазине, и он будет их покупать. А бабушка будет варить каждый день через день. Так что вот так. Друзья, самое главное я забыла. Вы представляете, это мама вспомнила. Лук. Я забыла пожарить лук вместе с бейконом. Это было бы совсем еще 100 раз вкуснее. Ну ничего, ну не буду же я его уже сейчас жарить. Так что и так вкуснее. Но как забыть, прям не знаю. Ну, вылетело с головы. И хочу, друзья, еще сказать. Очень тонкое тесто. Смотрите. Я очень люблю тонкое. Вот, вкусненькие, хорошенькие, советую всем покупать. Вот такая прихожая. Вот на таких подушках мы спим с Мирославой, с Марикой. Они очень мягкие, такие игрушки хорошие. Вот так. Уже, друзья, кто заселяется в новую квартиру, вот такую, например, то уже цепляет сама эта фирма, хозяева этих апартментов, такие жалюзи. А у нас вот еще только... Эта мама очень любит тюль и шторы. Но нужно позвонить в офис и попросить, чтобы им тоже подцепили эти жалюзи. То оно так будет лучше, красивее. Вот эти картинки были у меня, кто помнит, это я им привезла. И вот так живем. Здесь мы спим. Так что все будет хорошо. Всем спасибо, друзья, и всем пока-пока.